Всем привет! Вы на канале Клуб Садовода Хабаровский, с вами я, Александр. Неделю назад я для эксперимента поливал рассаду баклажанов, распикированную вот в эти стаканчики в торфяные, раствором янтарной кислоты. Видео я дам в конечной заставке, ссылочка будет на тот самый ролик. И давайте посмотрим разницу проведенного эксперимента. Ну, на мой взгляд, я замечаю, что у правых, я еще сказал тогда, что поставлю бирочку, где ряд я полил, ряд не поливал этим раствором, ну, просто водой, а тут янтарной кислотой. Я замечаю, что стебель у правого ряда немножко, еле так заметно, толще, чем у полива обычной водой. Немного, но это заметно. И высота. И видно, что она стала, ну, насколько, я не знаю, немножко выше левого ряда. Не намного, но выше. Такой результат моего эксперимента. Заходите в гости, подписывайтесь на канал. Будем экспериментировать вместе. С вами был Александр и видеоканал Клуб Садоводов Хабаровск. Всем пока!